Я жив, хорошо. Вертушка! Всем привет, с вами Блейнар, и сегодня у нас реакция и мини-разбор 58 серии Сквиди-туалетов. Да, вышла она вчера ночью, но я ночью уже не стал, потому что я ночью уже в кровати лежал. Серию мы сейчас посмотрим и сделаем мини-разборчик. Полноценный разбор будет на Блейнар Шорс, как обычно. Сегодня постараюсь выкатить, возможно, одновременно, но вряд ли. Скорее всего, через пару часов после выхода этого минимум видео. Это минимум пару часов, да. И также я сейчас начал делать и на английском, но я думаю, это вам не очень интересно. Ставьте лайки, пишите комментарии обязательно, это очень важно. И подписывайтесь, если впервые на канале, жмите колокольчик. Видите, чё, кипяченьки? Погнали смотреть серию. Не бойтесь тьмы, друзья мои, и пусть начнется праздник. Если ты являешься фанатом сериала «Сквиди-туалетов» и ты ищешь качественные разборы, детальные, с подробностями, теориями, то рекомендую тебе наш второй канал «Блейнар Шортс». Обязательно подпишись, там выходят качественные разборы. Ссылочка в описании. И снова у нас стандартная минутная серия, давайте смотреть. Воу! Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Ауч! Жестко! Оба-да! Здрасте! Оба! 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 Воу! Опа, я увидел кое-что. Да-да-да, я увидел. Мощь! Сила! Там какой-то банк. Интересно. А, или не бак, это бэк. Надо будет посмотреть внимательно. Воу-воу, титан. Я жив, хорошо. Вертушка. Класс. Найс, найс. Воу. Опа, здрасте, а он с ним. А, теперь титан работает в мире. В смысле, а где? А я все сделал. О, да. Лай, опа, съешь. На него посмотрел. Класс. Блин. Ой, прости. Блин, какая эпичная серия. Поржать много чего. Концовка тоже убила, когда камерман съезжает на нижнего, а ты такой смотрит, ты чего на меня падаешь? Классная серия. Сейчас будем мини-разборчик. Я уже кое-что увидел. Да-да-да. Ну что, давайте смотреть теперь на мини-скорости, на половинке, да, на 0.5. Ну что мы видим? Странный скибидист, да, большие скибидисты, камераманы прячутся на трубе, ну, на там, на, это что, лампа, да, это какая-то надпись, Лондон, лондонская почта, да, мы в Лондоне, окей, слушай, с Дубая в Лондон, и как мы так быстро-то, с Дубая в Лондон, опа, спикерман мертвый, и... они еще есть. Странный, весьма странный образец. Но они опять-таки подготовились, да, намек на ТВ-мена, Титана, потому что, видишь, как говорится, они защита от света, да? Такого гиганта маленький ТВ-мен не сработает. Кстати, блин, колонка еще одна. Блин, сколько на низ. Ай, жалко всех, жалко. Жалко, жалко, жалко. Ой, жалко. С ноги такой ворвался, блин. Видите, все-таки он пошел дальше по фронту, да, типа по линии фронта, уничтожать противников, в принципе. Он не пошел чиниться, там, апгрейдиться или кому-то там другому помогать. Хотя, может, здесь как раз таки спикермены будут, и он будет им помогать. Часы. Ну, это Лондон, да. Да. Это же Лондон. Меня вот интересует та надпись на самом деле. Очень сильно. Очень интересует. Да фак бум, я тебя вижу. Я тебя вижу, ты прям уже тебя подсветили. Опять зеленое свечение, по всей видимости, телепорт. Ну-ка сейчас мы на 0.25 посмотрим, чтобы, как говорится, было прям поприятнее увидеть, что там происходит. Опять зеленое свечение, но это 100% телепорт. Ладно, ничего такого прям. А, собственно, это 100% телепорт. Ну это банк, да, это банк. А какой банк? Ну это, наверное, ничего не значит, это просто банк, да? Это просто банк, по идее. Опять? Нет, это не паразит, это ракетчик обычный. Да-да-да, это опять ракетчики. А, какой банк? Браво банк, нет? Подожди, это же...
Это отсылка, что ли? Нет? Это Браво банк, да? Надо загуглить, что за банк такой должен быть. Браво же банк, правильно я перевел? Прочитал. Сколько ракетчиков-то? Он тоже крепкий стал. Смотри-ка, его не берут ракеты. Вот это, как он по кругу крутится, это, блин, на что-то отсылка. Где-то я это видел. Если вам тоже это что-то напоминает, напишите в комментариях, какие любые теории свои. Если там что будет то, чего я не замечу, то я добавлю это в видос. С комментарием вашим. Это на что-то отсылка. На что-то явно отсылка. Ну, красавчик, чё? Красавчик. Ну, тут титан-камерамен такой. Блин, а я... В смысле? Я не успел? А мне врагов оставить? Не осталось. Ну и ладно, полетели дальше. Ага, ага. Опа, да фак ушел. Видели, видели? Нам показали впервые, как он уходит куда-то. Походу, подожди, а портал же пропал быстрее, чем он ушел. Нет, он не в портал? Он не в портал пошел? Подожди. Ну, свечение уже пропало. То есть, смотри, свечение есть. Сложно сказать, в портал он ушел или не в портал, но он ушел. Впервые нам показали, что он ушел. Ну и тут камерамен. Вот этот средний, это самое смешное. Съезжает, съезжает, съезжает такой. Наезжает на нижнего, на плечо. На руку, да? И такой тот смотрит. Мы съезжаем. Пацаны, мы съезжаем. Блин, серия крутая, мега крутая. Пишите свое мнение и теории в комментариях обязательно, да. Я все читаю, и если что-то интересное, то даже добавлю видос и с комментарием, да. Как это было с башней этой, да, высоким знанием. Кто не видел на разбор наших предыдущих серий, обязательно посмотрите на Blender Shorts. И сегодня также там будет разбор новой вот этой серии. В принципе, я уже много чего вижу, да. И я еще много чего увижу, потому что буду смотреть очень много раз на 0.25, пока буду писать сценарий, да, да, да. В общем, вот как-то так, товарищи. Не забывайте поставить лайкусик, это очень важно. Это очень важно. Блин, серия мега эпичная, на самом деле. Мне понравилось, очень прикольно. И поражать можно, и много пасхалочек. Ну, там не то чтобы много, но... Блин, новый скибидист. Это неплохо. Новый скибидист. Правда, опять-таки он прожил недолго. Но сотворил дел. Там много кого он убил, я смотрю. Блин, ну эпично. Эпично. Пишите свое мнение, опять-таки. Пишите. Это важно. Да. Что еще хотел сказать? Разборчик я постараюсь. Как только разбор будет готов, он будет в конце. Там будет плашечка выскакивать, да? Новое видео, там прочее, прочее. Там будет ссылочка на него, ну то есть кликнуть и перейти. Также где-то будет там подсказка где-то выскочит, когда он появится, да. Добавлю подсказку. Разбор будет, думаю, интересный. Хочу скорее сделать, на самом деле, да. Очень хочу скорее сделать, потому что, да, уже, как говорится, вчера, хотелось бы сделать вчера, но видос вышел 11:30 по моему времени, это довольно поздно, в 23:30. Я уже, как говорится, в кроватке лежал, отдыхал, да. И, как говорится, вставать и записывать было уже не было возможности и сил. Тем более, вчера очень много чего делал, я вчера переводил все свои последние теории на английский, два видоса последних, и, как говорится, устали. Это не так просто, если думаете, что просто взять видеодорожку и звук новый запилить, сразу же прикрепить. Нет, там сводка звука, это уху-ху-ху. Долго. Ну ладно, короче, как-то так, товарищи. Все, увидимся, услышимся в новых видосах. Сейчас будут комментарии с предыдущего видоса. Я говорю вам спасибо за просмотр. Пока-пока. We'll be right back.